Қайырлы кеш, қайырлы кеш, құрметті теле көрермендер, әр жұманың кешінде сіздермен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Эфирде 4.0 жастар бағдарламасы. Салем, Кокшетау, доброй ночи, дорогие телезрители. В эфире молодежный телетриптих 4.0. И сегодня эту ночь вместе с вами встречаем я, Иван Дубейко, и мой соведущий Абзал Балтабаев. Я, құрметті телекөрермендер, бүгінгі келіп жеткен 8-ші наурыз көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі. Нәзік жандыларды Иван екеуміз және көкше телерінің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Бастарыңызға бақ берсін, өмірлеріңіз көктем сияқты шуақты болып өте берсін деп айтқымыз келеді. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арналған бағдарлама болып есептеледі. Яғни біздің де тақырыбымыз әсемдік әлемді әлдилейді. Действительно, за окном 8 марта, Международный женский день. От всего коллектива телеканала Кокше поздравляем всех представительниц прекрасного пола с этим знаменательным праздником. Ну и прежде, перед тем, как мы начнем наш сегодняшний эфир, послушаем музыку. Я, құрметті телекөрермендер, ойбаса арнадан ауыспаңыздар, бізде әсем ән. Ну что ж, дорогие телезрители, мы продолжаем. Номер студии 252505, код для регионов 8716-2. Вы можете дозвониться к нам в студию, передать привет и поздравления с 8 марта своим родным и близким. Также вы можете написать нам в социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook, адреса которых
адреса которых находятся на ваших экранах. Оставайтесь онлайн на нашем сайте kokshetau.tv.kz. Я құрметті телекөрермендер, біздің студиямызға хабарласып, өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді білдіріп, және жақындарыңызды бүгінгі қыздарды, нәзік жандыларды бүгінгі айтулы мерекесімен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05, және Instagram, Facebook, VK арқылы экранда көрсетіліп тұрған номерлерге хабарласып, өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді білдіре аласыздар. Ал біз сұхбатымызды бастайық. Біздің студиямыздың мейманжай, қонақжай төріне келіп жайғасқан қонағымызбен таныстыра кетейік. Иван, өзің таныстыра кетсең. Ну и сегодня у нас в гостях студентка 4 курса музыкального колледжа имени Биржана САУ Галяутдинова Мария. Итак, добрый вечер, Мария. Как ваше настроение? Как ваше настроение? Отлично. Мария, расскажите немного о себе. Ну, меня зовут Галяутдинова Мария, как уже было сказано. Я учусь, заканчиваю музыкальный колледж, отделение хоровое дирижирование. Параллельно работаю. Расскажите о своей специальности дирижирования. Что оно из себя представляет? Какие есть определенные тонкости, сложности и интересные моменты? Ну, дирижирование — это прежде всего управление, то есть для этого нужно иметь какое-то лидерское качество. Поскольку дирижер — это глава, это, как воевода, можно так сказать. Причем без разницы, хор ли, оркестр ли, это является главой, руководителем коллектива. Конечно, тонкости есть свои определенные. Это, во-первых, психология, то есть это психологически трудно, поскольку когда особенно в начале ты первые разы где-то встаешь перед хором или оркестром, и у тебя внутри такая немножко такая как паника, что ли, что вот она стоит перед тобой, вот эта вот толпа, и тебе нужно ей командовать, тебе нужно что-то говорить, что-то ими управлять, и вот это немножко вот мешает. Это вот главное, это преодолевается только опытом, опытным путем, то есть это надо выходить, делать, и это постепенно преодолеть. А получается, состав оркестра либо хора, он всегда делится на количество участников. Есть прям очень-очень большие оркестры, есть большие хоры, а есть вот наоборот поменьше. Вот какие вот основные отличия, допустим, в управлении. Насколько я знаю, дирижеры, они занимаются управленческой деятельностью и, допустим, разбирают какие-то песни вместе с коллективом, снимают. Верно? Ну, да, верно. Ну, знаете, честно сказать, нет разницы, каким количеством людей ты управляешь. Научись управлять тремя, и потом уже количество не имеет значения. То есть правильно организовать работу, вот это важная составляющая, а дальше количество уже неважно. А у вас дома есть музыканты? Да, у меня мама музыкант. Я, так сказать, потомственный музыкант. У мамы у нее профессиональное образование музыкальное, а у остальные члены семьи, они у всех тоже прекрасный слух. И они, безусловно, имеют музыкальные данные, но вот так получилось, что именно вот только я пошла как бы по маминым стопам. Мария, расскажите, пожалуйста, 4 года обучения в колледже музыкальном. Какие уже определенные достижения, награды были заработаны за это время? Сейчас дайте вспомнить. Это республиканские конкурсы, в частности, в том году я ездила уже конкретно по своей специальности. Это в Алмате проходил конкурс республиканский, это второе место. Вот буквально накануне тоже известный конкурс «Жулдыз», ежегодный, республиканский, проходил здесь у нас в колледже. Я, правда, уже не по специальности шла, а по фортепиано, и фортепиано первое место взяла. Есть международный, международный это был в Астане, давно, это 2015 год был, и тоже не по моей специальности, а теория, музыкальная литература, сольфеджио, вот это все, оно как бы третье место. А как работает вообще дирижирование, получается? Есть оркестр за этим оркестром, то есть оркестр сам наблюдает за дирижером, и все видели, думаю, дирижер стоит и показывает какие-то вот жесты руками. Как артисты это воспринимают, что эти знаки для них значат? Видите, тут начнем с того, что у каждого дирижера у них индивидуальный стиль. Если мы посмотрим, то дирижер, профессиональных дирижеров именно, вы увидите, что в их дирижировании сходств очень мало. Поскольку дирижер,
когда начинает учиться, он осваивает только азы дирижирования. Это какая-то определенная сетка, может быть, правильные схемы, вот, то есть то, что помогает в будущем именно держать строй, держать ритм музыки, то есть что помогает не сбиться в первую очередь дирижеру. А потом уже, то есть когда он этому учится, он это запоминает, у него это происходит уже автоматически, вот где-то закладывается. И потом уже, то есть, как так называемый вольный стиль, то есть дирижер, он редко дирижирует вот именно эту классическую схему, которая помогает ему, которой он учился. Он скорее придерживает этой схемы, но он показывает уже изобразительные жесты руками. То есть он где-то выше может. Если, допустим, сейчас, как-то студентам, допустим, запрещено, особенно на первом курсе, не дай бог повернуть руку вот так. Не дай бог. То есть только вот так. Вот. То, как вы заметите, дирижеры уже... А что в этом страшного? Ну, постановка руки. Ага. Это важно очень, постановка руки, потому что позиция руки, важно твердо стоять. Обязательно, знаете, тоже очень популярно у дирижеров, у наших, у хоровых дирижеров, учителей, в шкафах всегда можно найти теннисные шарики, клубки ниток, ну, знаете, такие мотки шерстяные ниток. И всегда можно найти какие-то вот такие, знаете, скомканные листы бумаги, обвинутые скотчем, чтобы вот такие форму шарика. Их дают первокурсникам вот так в руки, и вот они, получается, держат его, вот такой формируется круглое запястье, вот это вот, так называемый купол. Оно должно быть уже стандартом. Конечно, да, то есть вот это начальное, первоначальное. А вот потом уже, когда становишься опытным, когда уже, то есть ты нарабатываешь опыт, если у тебя есть опыт работы с хорами или оркестрами, то если посмотреть на запись, очень часто можно увидеть, что дирижеры, они вот так вот руки раскинут и повернут как им угодно. Все это в целях выразительности. Но это уже как бы не столь важно, когда у тебя есть вот эти азы, ты их знаешь, ты их придерживаешься, и вот это тебе держит, то есть это в тебе все равно есть. Уже не важно, как ты повернешь руку. Вот определенные есть моменты, допустим, у дирижеров, когда оркестр очень большой, он за ним наблюдает, и сам лично замечал, что не все артисты всегда смотрят на дирижера. С чем это связано? С тем, что, в принципе, не обязательно видеть какие-то его, допустим, ходы, какие-то приемы и держать именно все у себя в голове, полностью композицию? Или как-то это с чем-то еще связано? Нет, видите, то есть то, что мы видим, это итог. Итог проделанной работы, итог репетиции, итог всего вот этого. То есть, если на репетицию придете, первую репетицию, разбор вообще произведений, то увидите, как все смотрят параллельно, знаете, как одним глазом в партию, другим на дирижера. Потому что это необходимо. Дирижер показывает важные оттенки, где-то паузы, где-то тише, где-то громче, ускорение, замедление. Все это он показывает, но это на репетициях. Естественно, репетиция не одна, и не две, и даже не три. То есть, если это какой-то серьезный концерт, то их много. И, соответственно, это уже вот музыкантам, они как бы тоже научены на сольфеджио, то есть определенно есть диктанты, запоминание музыки, ритма, то есть у них это все, конечно, уже вот здесь вот въедается, и поэтому уже на концерте мы видим итог работы, то есть то, что они уже делали на репетициях. Поэтому не всегда, то есть как бы естественно, дирижер обязательно смотрит на вступление, обязательно как заканчивает, то есть это все смотрят на дирижера, без исключения. Но где-то в процессе вот игры, в процессе вот именно произведения много музыкантов смотрят в партию, потому что волнение тоже играет свою роль. Конечно, в оркестре это не так заметно, допустим, но волнение все равно играет роль. И поэтому, дабы не забыть какие-то ноты или партию, они частенько смотрят в ноты. Отлично, Мария, большое спасибо. Но сейчас, я думаю, прервемся на нашу следующую рубрику. Я, кроме телекурмендер, біздің телеарнаның жігіттері сегіз қырлы, бір сырлы, оған дәлел біздің келесі кезекті айдарымыздан Ғалымжан деген әріптесіміз өзінің тамаша мүмкіндігін пайдаланып, сауда кешенінде сауда жүргізген болатын. Олай болса арнадан ауыспаңыздар, құрметті теле көрермендері. Сәлем, 4.0 бағдарламасының қадірменді де құрметті көрермендері. Араға апта салып, 4.0 бағдарламасының ұжымы тағы да өздеріңізбен қауышып отыр. Дәл бүгін біз де-факто сауда орталығында консультант қызметін атқаратын боламыз. Және де маған ең басты қойылатын талап, қыздың бойжеткеннің алғашқы кездесуге қалай киініп бару керегін анықтау керек. Және де сол нарядты мен сіздерге көрсететін болам. Ал маған көмектесетін де-факто сауда орталығының консультанты Жансая есімді бойжеткен. Ал арнамыздан алыстамаңыздар. Кеттік.
Құрметті көрермендер, дәл қазір мен толықтай өзімнің бірінші алғашқы кездесуге қызымның қалай киініп келгендігін елестетер едім, сол киін үлгілерін таңдап болдым, және де жансая да таңдап болды деген үміттемін. Мінекей таңдапты. Енді Рамида атты модель қызымыз осы киім үлгілерін сынап көретін болады. Құрметті көрермендер, мінекей Рамиданың үстінде тұрған киім үлгілері менің таңдаған стилім, яғни кәсіби тұрғыда болмаса да барынша бір-бірімен үйлесім табатын киім үлгілерін үйлестіруге тырыстым. Өздеріңіз бағасын бере жатарсыздар. Ал ендігі кезек жансаяның таңдаған киім үлгілерін киіп көретін боламыз. Одан кейін қайсымыздікі жақсы шықты, оны тағы да өздеріңізге қалдыратын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Құрметті көрермендер, мінекей модельеріміздің үстіндегі киім үлгісін жансая таңдаған болатын. Енді менде сұрақ туындап тұр, жансая, бұл киім үлгісін неліктен таңдадың? Сол жайында бөлісіп кетсең. Потому что здесь это все просто, красиво. Цвет подходит девушке, подчеркивает ее фигуру. Выглядит просто, но выглядит очень шикарно. Сумка очень модная и ей очень идет. Құрметті көрермендер, мен бүгін де-факто дүкенінде консультант қызметін атқардым. Жалпы қыз баланың бойжеткеннің алғашқы кездесуге қалай киініп бару керек үлгісін жансай екеуміз таңдаған болатынбыз. Қай образ сіздерге көбірек ұнады, бізге WhatsApp желісімізге хат жолдауларыңызға болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, эфирде 4.0 жастар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Біздің студиямызға хабарласып, өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді білдіріп, және жақындарыңызды бүгінгі мешікті мерекелеріңізбен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Ал біз Иван екеуміз сіздердің қуаныштарыңызды бөлісуге әрдайым дайынбыз. Солай ғой. Дорогие телезрители, молодежный телетриптик 4.0 продолжается. С вами Абылай Балтабаев и Иван Дубейко. Мы напоминаем номер студии 252505. Смотрите нас на сайте телеканала kokshetautv.kz. Пишите нам в Instagram, Facebook и WhatsApp, адреса которых на ваших экранах. Ну, а я думаю, мы продолжим нашу беседу. Мария, я хочу сказать сперва, сегодня ваш праздник, 8 марта. Поздравляем искренне. Спасибо. Были вы концерты? Какие концерты, допустим, в колледже или в той же филармонии сейчас организовываются? Наблюдали ли вы за ними? Ну, конечно. Ну, концерты у нас в колледже как в таком в частном порядке больше шли. Мы никуда не выходили, не выезжали ни в филармонию, ни в ДК. Чисто вот как в частном колледже, порядке, да? В колледже, да, были концерты. Поздравляли учителей, так, А какие-то определенные большие мероприятия, приуроченные к этому событию, концерты, вот, допустим, по-любому интересуетесь музыкой, да, интересуетесь какими-то определенными концертами, посещаете филармонию, время, нашли ли вы время для того, чтобы посетить какое-то вот такое определенное мероприятие по данной тематике? Честно? Нет. Вообще. Вообще у дирижеров, как у них расписан график? Как вот, допустим, сейчас проходят пары в музыкальном колледже, вот, допустим, именно по нагрузке, по объему, тем более уже четвертый курс, это уже, вы считаете, выпускной, правильно? Да. Вот, расскажите нам о том, как проходит ваша учеба. Ну, честно сказать, сейчас, именно вот последний семестр, когда пошел, вот четвертому курсу живется немножечко легче, чем всем остальным. Угу. Вообще, честно говоря, самые тяжелые курсы — это первый и второй. Угу. Это, наверное, такая адаптация вот только, да? Во-первых, адаптация, да, во-вторых, там самое большое количество предметов. Угу. Когда я училась на втором курсе, у меня не все предметы просто вмещались в зачетку. Угу. И преподаватели, они просто внизу под всем дочерчивали специально сами графы и вписывали туда уже свои предметы и оценку. У меня просто не вмещались уже. Интересно, интересно. Вот. Во-вторых, это было огромное количество экзаменов. Я прям очень боялась их сдавать всегда, как-то я вспомню второй курс. Сейчас на четвертом курсе легче, то есть это больше свободного времени, это программа уже немножко меньше, потому что уже выбрали основную программу, и вот по этой основной программе мы идем год, вот он идет, все, то есть мы готовим основную госпрограмму, с которой мы будем заканчивать и которую предоставим на госэкзамен комиссии. Насколько сейчас актуальна профессия дирижера в музыкальной сфере? Вот, допустим, у нас в Казахстане, в Акмолинской области, в Кокшетау. Ну, знаете, довольно
Да, как бы востребована профессия даже здесь у нас сейчас, то есть я, допустим, задействована тоже в подготовке хоров к смотру. У меня сейчас, то есть я как бы оказалась еще студентка, но тем не менее, то есть уже даже сейчас востребованность есть. Многие мои знакомые, которые уже закончили, они тоже вот именно готовят хоры и, ну, востребованы в этой профессии. Да, везде, то есть, допустим, многие в Красном Яре тоже работают, многие здесь по городу у нас, причем это же не только музыкальные школы, это обычные школы, это какие-то организации, это колледжи, да. В общем, такие работы хватает. А важно, насколько важно поступать после музыкального колледжа именно уже в консерваторию? Имеет ли это какое-то значение? Ну, конечно, имеет. Как бы сейчас очень важно, в принципе, иметь высшее образование. Но, знаете, то есть хочу сказать, что азы, вот эти базу, это все получаем в колледже. В консерватории уже идет закрепление, так сказать, и немножко, ну, как бы усовершенствование. Вот, то есть не сказать, что там вообще ничему новому не учат. Нет, конечно, учат там профессора, которые тоже занимаются, но в основном всю нужную базу получают в колледже. В принципе, вот. Это самое развитие можно и самостоятельно получить. Имейте в виду... Вот именно те самые знания, которые даются в консерватории. Ну, как бы, да, опытным путем, я говорю, опытным путем это можно все, но тоже проблема в том, что, как бы, высшее образование, оно как бы востребованнее, чем среднее, тут это уже такой вопрос идет. Ну и, в конце концов, после консерватории тоже, то есть, допустим, с трудоустройством, как бы, проще немножко, после консерватории. Ну, все равно главное время, упорство и трудолюбие. Мария, вы сейчас учитесь и работаете, да? Да. Вы где именно работаете? Что, ну, преподаете? Я даю частные уроки музыки, у меня, ну, ученицы, их, ну, достаточно. Вот, готовлю два хора у меня в колледже, пригласили как, ну, в качестве хормейстера, у меня два хора, хор студентов, хор преподавателей, пою в хоре, вот, так, подрабатываю. А вот, допустим, какое-то определенное развитие дает ли работа, допустим, с учащимися, которые, ну, казалось бы, никакого отношения к музыке не имеют, учащихся школ, допустим, обучать именно их? Ну, конечно, это определенный опыт. То есть, видите, одно дело, когда ты работаешь с людьми из твоей сферы. Тут немножечко как бы проще в плане понимания того, что вы делаете. А вот заинтересовать человека, который, в принципе, не знаком, в принципе, с музыкой, это немножечко сложнее, но в то же время интереснее. То есть это, как бы, такой, скажем, своеобразный вызов, что ли, как педагогу, то есть умение заинтересовать, умение привлечь, опять-таки, то есть сделать музыкальный номер с человеком, который далек от музыки, ну, будем говорить так. Это тоже надо уметь, то есть это определенные занятия, определенный какой-то вот такой опыт. Любой творческий человек, будь то музыкант, певец, танцор, он всегда мыслит по-другому, нежели другие. Скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который связан именно с музыкой, как вы воспринимаете празднование под сам праздник 8 марта? Олицетворите его и расскажите по-своему, по-музыкальному. Ну, так, даже не знаю, но... Ну как, чувствуете? Вот каждый человек, вот каждый музыкант чувствует музыку. А как вы чувствуете, допустим, этот праздник? Ну, своими словами. Честно, праздник 8 марта для меня — это весна. Вот, в первую очередь весна. И даже дело не в том, что март — весенний день, не, весенний месяц. А дело в том, что, не знаю, просто, то есть, как бы это женский день, а женщина — это дает жизнь. Новому человеку. Это рождение новой жизни. Опять-таки, весна тоже рождение новой жизни. Такое, скажем, аналогия такая. Вот, не знаю, мне почему-то ассоциируется с весной, вот именно с цветами. Потому что тоже, допустим, вот взять цветы, они же все разные. И не сказать, что какой-то некрасивый цветок, а какой-то вот красивый. Все они красивы по-своему. Все они красивы по-своему, да. И то же самое, то есть с женщинами. Каждая по-своему, она красива, каждая по-своему индивидуальна, и каждая, она как бы другая, она отличается от других. И вот в этом, мне кажется, вот оно такое, есть что-то такое. Рахмет, осы жерден. Иван, менің бізге хаттар келіп түсіп жатыр екен. Хаттар деген соны оқып таныстыра кетейік.
жадыраны тұтықтап кетеді екен. Жадыра есімді аруды Мухаммади есімді жігіт бүгінгі айтулы туған күнімен құттықтайды. Және Көкше телеарнасы да сізді бүгінгі жеке меншік мейрамыңызбен құттықтайды. Келіп жеткен 8-ші Наурыз мерекесі сізге қайырлы құтты болсын. Және де Заринаны бүгінгі 8-ші Наурыз мерекесімен әріптестері құттықтайды. Зарина, сізге мол табыс, ырыс, байлық тілейміз. Ну что ж, у меня тоже пару сообщений есть от наших телезрителей. Хочу передать приветы всем своим одноклассникам, выпускникам 2018 года, 11-й Б, город Кокшетау, 6-я школа. Уехала в Омск, скоро возвращаюсь, хочу с вами снова встретиться. Ваша Оксана. Оксана, ваш привет был передан. Следующее поздравление с 8 марта. Поздравляю свою любимую мамочку Ксению от ее любимой дочери Алины с 8 марта. Это поздравление мы передали тоже. Ну и пока на этом у нас все, и думаю, мы продолжим. Мария, бүгін алтын уақытыңызды бөліп бергеніңізге сізге көптен-көп рахмет айтамыз Көкше телеарнасынан. И сейчас у вас есть прекрасная возможность. Да, время нашего эфира подходит к концу. Нас ждут следующие гости, и прямо сейчас вы можете в эфире нашей программы передать привет и поздравления. Поздравления с 8 марта, напутствие молодым музыкантам. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы поздравить маму. Хотелось бы поздравить сестру, тетю, бабушку. Они все смотрят эту программу, они все меня видят. Привет. Хотелось бы пожелать им и всем женщинам города Кокшетау и не только, то есть вообще в принципе Казахстана, быть счастливыми. То есть, знаете, как говорится одно изречение, не помню чье, но в общем, там было сказано, что косметикой можно нарисовать все, кроме блеска в глазах, а это самое нужное для женщины. Вот хочу, чтобы этот блеск в глазах оставался у вас, с вами всегда, везде, и чтобы у вас были люди, которые бы создавали этот блеск в глазах. Хотелось бы поздравить педагогов своего колледжа. Желаю вам оставаться такими же трудолюбивыми, такими же красивыми, обаятельными, такими же любимыми студентами. И терпение вам. Спасибо большое, что вы у нас есть. Отлично, Мария. Мы, в свою очередь, также поздравляем вас с 8 марта. Желаю вам удачи, добра, веселья, благополучия в семье и всего самого-самого-самого наилучшего и, конечно же, дальнейших творческих успехов. Ну что ж, до скорых встреч. Рахмет, Мария, сізге бүгінгі алтын уақытыңызды бөліп бергендеріңізге, сізге бүгінгі 8-ші Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Көкше телеарнасынан алда алар асуыңыз көп болсын деп айтқымыз келеді. Ал құрметті телекөрермендер, олай болса арнадан ауыспаңыздар, бізде шағын ғана бейнебаян, содан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ну что ж, дорогие телезрители, небольшая пауза, после которой мы продолжим и познакомимся с нашими следующими гостями. Не переключайтесь. Жазадым, ерекше мен жан едім.
Дорогие телезрители, эфир молодежного телетриптиха 4.0 продолжается. С вами Иван Дубейко, Абзал Балтабаев. Мы напоминаем вам, что можете к нам дозвониться по номеру 252505. Кроме того, пишите нам в социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook, адреса которых на ваших экранах. Я құрметті телекөрермендер, эфирде 4.0 жастар бағдарламасының бағдарламасы біздің бағдарламаға хабарласып, өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді білдіре аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Олай болса, біздің студиямыздың мейманжай төріне келіп жайғасқан келесі қонақтарымызбен таныстыра кетейік. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің студенттері, бұл жай ғана студенттер емес, Кёкушинкай каратэден айналысып жүрген спортшы қыздар Наргиз және Әлемгүл. Хош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Что ж, добрый вечер, добро пожаловать к нам в студию. Бірінші, бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, мен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Көктем сияқты әдемі болып құлпырып жүре беріңіздер. Жалпы енді бірінші өздеріңіз туралы айтып кетсеңіздер. Наргиз, өзіңіз туралы бастап. Негізі қазір Абай Мырзахмет университетінде физкультура мамандығында 2-ші курсты оқимын. Және де бірге соған байланысты өзімнің кішкентай клубым бар. Жаттықтырушы болып жұмыс істеймін және өзім де жаттығам. Сол. Әлемгүл, сіз өзіңіз солай айтып тұрсыз. Я также учусь в университете Абай Мырзахметова на 3-м курсе. Также имею свою группу детей, тоже также тренирую. Занимаюсь каратэ около 14 лет по сей день. Жалпы каратэнің түр-түрі болады, жаңа каратэ доу деген болады. Осы туралы қалай-қалай бөлінеді каратэнің, сол туралы айтып кетсеңіздер бірінші. Давайте. Әлемгүл, өзіңіз. Ну, наш вид каратэ кёкушинкай у нас полноконтактный. Каратэ до, спортивное каратэ, у них более точно не могу сказать, у них не на пробив бьется. Допустим, у нас до конца, пока не пробьешь соперника, у них такого нету. Там немного коснулся, и все. Вот этим и отличается, в принципе. А я услышал, существует, по-моему, карате ката и кумите. Да, это две разные дисциплины. Ката – это, как сказать, приемы, стойки, что-то передвижения с ударами. Что-то вроде бесконтактного боя, да, правильно? Да, ага. Как бой с тенью. Ага. Кумите – это полный контакт бой. Наргиз, жалпы жаңа айтып кеттіңіз, өзіңіздің арнайы жаттықтыратын залыңыз бар, иә? Жалпы сол залды қашан аштыңыз және бүгінгі таңда қанша жас өрен сол жерде денесін шынықтырып жүр? Ол залға ашқаныма 2016 жылы 42 айында ашылды. Негізгі есі өзіңіз бе? Иә, өзім оқушыларым бар. Мен клубын аты Намур. Араб тілінен аударғанда арыстан деген мағынада аударылады. Сол қазіргі таңда 20 шақты оқушыларым бар. Кейбіреулер келеді, кейбіреулер кетеді. Сол қазір жарысқа дайындалып жатырмыз. Сәуір айында осы Көкшетау қаласында Қазақстан Республикасының кубогы болады. Соған дайындық үстіндеміз. Республикалық турнир Көкшетау қаласында өтетін болады. Ал ол жерде сіздер өздеріңіз бақ сынайсыздар ма, әлде қатыспайсыздар ма? Жоқ, біз қатыспаймыз. Ол кезде бұл жарысқа негізі 18 жасқа дейінгі балалар қатысады, өйткені мамыр айында Астана қаласында әлем чемпионатына не болады? Іріктеу болады. Соған біз дайындалып жатырмыз, сол іріктеуге. Жалпы каратэмен айналысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Я занимаюсь 14 лет уже. 14 лет? Да. Маған 10 жылдай болды. 10 жылдай болды. А какие пояса уже? Черные, да? Однозначно. У нас у обоих черные пояса. Многие еще, насколько я знаю, по данам тоже делятся. Да, сначала идет черный пояс первый дан, сразу же. Далее ты с этим поясом должен проходить не менее 3-4 лет. Дальше по разрешению тренера сдаешь на второй, третий дан и так далее. Енді көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі 8-ші наурыз жалпы. Көктемдердің қыздардың бірі гүл сияқты құлпырып әсемденіп жүретін кезі ғой. Жалпы сіздер 8-ші наурыз мерекесін қалай атап өтесіздер? Біз 8-ші наурыз мерекесінде жаттығу жалындамыз әр жыл сайын. Сол бізде тойламайсыздар сонда? Жоқ, бізде ондай уақыт жоқ. Жалпы алдағы уақытта қандай байрақты бәсекеге дайындалып жатсыздар? Қарағанды қаласында осы айдың 16-сы күні Спартакияда болады, соған дайындалып жатырмыз, сол дайындық үстіндеміз. Алла жаса 15 күні Қарағанды қаласына жол жүреміз. Қарағандыға барасыздар, сәттілік тілейміз. Енді жалпы неге каратэ спортты, неге осы түрін таңдадыңыздар, Әлемгүл, сізге? Ну, я была... Неге басқа, неге бокс емес, неге футбол емес, неге каратэ?
Я была маленькая, и мои подруги, одноклассницы занимались этим видом карате. Также меня папа отправил туда. На другие виды там спорта я даже не пыталась ходить. Там ходила на баскетбол, пару тренировок, и то мне не понравилось. Угу. Были танцы тоже не мое. Не знаю, первая тренировка понравилась, так и осталась. Именно карате – это уже точно ваш вид спорта? Да. Ну, уже занимаюсь довольно долгое время, уже отступать некуда. Угу. А чем он смог вас так зацепить, что вы прям его настолько сильно ему увлеклись? Чтобы понять карате кёкушинкай, нужно им заниматься. Угу. Потому что многие люди не понимают, которые вот не увлекаются именно. Тут уже все дело в соприкосновении с этим видом спорта. Ну, именно так. Ага. Бәркелді, олайысы, Иван, меніған тағы да жаңа қаттар келіп түсіп атырген, қаттар легі сон оқып кетейін. Аяжан есімді қызды бүгінгі туған күнімен достары құтықтайды, Айымгүл және Қанағат дейді. Аяжан, сізді бізді бүгінгі келіп жеткен жеке меншікті мерекеңізмен шын жүректен құтықтаймыз. Көкшетелердің астынан ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Және де бүгінгі музей, яғни Көкшетаудағы өлкетану музейінің қыздарын әріптес жігіттер құттықтап жатыр екен. Олай болса, біз өлкетану музейінде қызмет атқаратын қыздарға сәттілік тілейміз, жұмыстарыңыз жемісті болсын, 8 наурыз мерекесі құтты болсын деп өзіміздің тілегімізді айтқымыз келеді. Ну что ж, у меня тоже привет аж из города Омск. Кирилл Громов. Поздравляю всех кокшетауцев с наступившей весной. Пусть ваше сердце всегда обливается теплом, и пусть всегда у вас будет отличное и прекрасное настроение. Большое спасибо, Кирилл. Думаю, мы, вот кокшетауцы в целом, будем благодарны вам за такие теплые пожелания. Бәрекелді, елайбасы, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Жалпы, қыздар, сіздер бос уақытыңызда немен айналысасыз? Спорттан бөлек хоббиларыңыз бар ма? Практически свободного времени нет, у нас каждый день тренировки ведутся. А расскажите о тренировках, как вообще они проходят? Что они себя представляют? Какие дисциплины основные? Какие упражнения вы делаете? Біздің тренировкамыз әртүрлі байланысты, алдымызда қандай жарыстар болады, не болады, соған байланысты өтеді. Қазіргі таңда біз соққылар жасап, спарринг, сол жарысқа дайындық үстіндеміз. Олай болса, қыздар, осы жерден сәл сырлы сұхбатымызды үзе тұрайық. Біздің әріптестеріміз айдан келесі айдарға кезек береке. Ну а пока девушки познают мужские силовые виды спорта, наш коллега Юрий Абердиенко познает, казалось бы, уже далеко не мужскую профессию, но все равно очень интересную и увлекательную. Дальше наша следующая рубрика. Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, коллеги. Мы находимся в студии рукоделия, рукодея Елены Андроняк. И сегодня я попытаюсь сделать что-то своими руками. Она мне покажет, расскажет, объяснит, а потом это изделие, возможно, будет продаваться на аукционе. Ну, при условии, что все получится. Пойдемте. Дорогие друзья, ну что ж, аналог рубрики «Очумелые ручки», которую вы все помните, стартует. Но вместо Тимура Кизякова у нас Елена Андроняк. Елена, привет, расскажи нам о своей студии. Я являюсь организатором и основателем арт-студии «Рукоделия», где мы проводим мастер-классы для детей и взрослых. Мастер-классы по различным видам творчества. Вот сегодня, например, мы с тобой будем заниматься декупажем. Ты узнаешь, что это такое. Раньше это была привилегия королей. Всяких там принцесс, ну, принцев. Будем представлять себя принцессами. Им было скучно, гаджетов не было, телевидения тоже, и нужно было чем-то занимать свои руки. Первым делом начнем. Ты выбираешь, какая твоей душе угодно. Поровнее можно? Какая тебе симпатичнее? Ну вот это самое ровное. Вот это самое ровное. Ну тут не суть. На начальном этапе можно попроще. Будем орать руки. Ну это нас не пугает. Не пугает? Можно сразу закатывать рукава? Конечно. Теперь смотри, это у нас грунт, белый грунт, обычная строительная акриловая краска. Мы ее наносим на наш спил для того, чтобы обработать наше дерево в первую очередь. Потом, чтобы мотив салфетки смотрелся красиво и не пропадал на этом. Конечно, ты сейчас будешь выбирать. Новогодний, конечно. Новогодний. Чтобы мотив смотрелся лучше, чтобы не тратить много краски, мы покрываем грунтом. Я правильно делаю? Да, ты делаешь все правильно. Прокрашивай. Большую поверхность мы красим. А сильно густо красим? Губкой. Ну, можно не сильно. Сейчас нормально? Можно несколько слоев. Судя по смеху, это что-то не то. Нет, у тебя все получается, ты молодец.
Отсоединяй слой сам. Так. От салфетки. Здесь легко. С этой легко снимается. Да, повезло мне. Есть очень сложный лист. Легко и просто, в общем, все зависит от производителя салфетки. Ты берешь вот так, придавливаешь, она получается промокает и приклеивается. Mm-hmm. Но дергать сильно нельзя, резких движений нельзя делать, потому что ты прорвешь салфетку, она очень тоненькая, нежная, и ее можно испортить. Сейчас ты прокрашиваешь ее, получается, со всех сторон. Не нужно все детали, все. Дышать можно? Все получится. Да? Все можно добавить. Но это для тебя это привычное занятие. Добавить? Для меня это очень ответственная операция. Дорогие друзья, наша елочная игрушка приобрела законченный вид. Она у нас получилась двухсторонней. И, в общем-то, я думаю, получилось неплохо, Лен. Получилось очень красиво. Теперь давайте сравним. Был обычный деревянный спил, на который мы наклеили мотивы из бумажных салфеток. И получилась вот такая интересная вещь из буквально подручных материалов. Буквально за 40 минут. За 40 минут Юра справился, думаю, для первого раза отлично. Будет больше практики, будет получаться еще лучше, идеально, может. Ну, будем надеяться, что эта практика будет. Ну что ж, дорогие друзья, мы завершили полностью нашу работу, а вам я хочу сказать, что любой мужчина может освоить любую женскую профессию. Вообще делить профессии на женские и мужские неправильно. Например, мне очень понравилось заниматься декупажем, изготовлением елочных игрушек. И это здорово, настоящая арт-терапия, я отдохнул душой. Вам слово, коллеги. Қайырлы кеш, қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Эфирде 4.0 жастар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз және бүгін эфир тізгінде мен Абзал Азаматұлы және менің әріптесім Иван Дубейко. Біздің студиямызға хабарласып, өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді білдіре аласыздар және біздің аруларымызға өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Ну что ж, дорогие телезрители, эфир молодежного телетриптиха продолжается. 25-25-05, номер студии, код для регионов 8-716-2. Пишите нам в социальные сети WhatsApp, Instagram, Facebook, адреса которых сейчас указаны на ваших экранах. Передавайте приветы и поздравления, и также пожелания с 8 марта своим самым любимым и нежным женщинам. Папа, ол бірінші каратеге барған кезде қандай-қандай дүниелерді ескеру керек, соны айтып берсеңіз мүмкін. Мен ең бірінші бапкерім аты Ашимова Гүлмира Самарбайқызы. Ал қазіргі таңда мен жаттықтырушымның аты Такенов Азамат Айдарханұлы. Гүлмира Самарбаевна да бір жыл айналыстым, а қалған 9 жылды Азамат Айдарханұлында айналысып жүрмін. Барлық жеткен жеңістерлерімнің арқасы осы кісінің еңбегінің арқасында. Бапкердің арқасында деп білесіз ғой. Иә. Аха. Жалпы қандай-қандай байрақты бәсекелерге қатыстыңыздар жалпы республикалық, әлемдік? Негізі маған сондай жарық болып көрінген жылдарымның бірі 2018 жыл. Өткені көп жарыстарда өзімді көрсете алдым. Ең бірінші жарысымыз әлем чемпионаты Украина елінде болды. Сонда біз әлем айкымыз бірінші орын алып келдік, және біздің досымыз Асхат үшіміз бірінші орынмен келдік. Содан кейін біз Жапон еліне бардық, сонда Жапон елінің чемпионатында әлем екінші, мен бірінші орын алып келдім. Сонда көрсеттік, және де өзіміздің Қазақстанда, Астана қаласында әлем чемпионат, Азия чемпионаты болды. Өте сондай жауапты жарыстардың бірі болды, өйткені өзіміз өткізіп жатқандықтан бізге бар күшімізбен бірінші орынды елде ұстап қалу керек болды. Сол жарыста біз әлем айкымызды көрсете алдық, бірінші орын алдық. А какие соревнования запомнились вам больше всего, которые вот стали ваши, так сказать, знаменательные? Они все такие особенные. Ну, я считаю, что чемпионат Азии. Потому что было тяжело. Жалпы сізде сонда әлем чемпионасыздар, Азия чемпионасыздар, солай ғой. Жалпы басқа елдің спортшыларынан алған, жинақтаған тәжірибелеріңіз бар ма? Жалпы әр жарысқа барған кезде қандай бір ой түйіп қайтасыздар? Мысалы, Украинаға бардыңыздар, ол жақтан сол елдің бапкерлерінің жаттықтырғандарын көрдіңіздер ма?
Жоқ, оларын жаттықтырғандарын көрген жоқпыз. Тек қана біз мысалы өзіміздің бойымызды күтіп отырғанда басқа спортшылардың төбелескенін қарап, содан өзімізге керегін алып, ойланып сөйтесін. Көбінесе көп полезный нәрселер аламыз, өйткені не қарап отырасың ғой, елге қайтып келгенде, елде келесі жарысқа шыққанда өзіңді уже басқа жақтан көрсете аласың. Сол қырларын ашты. Ал Азия чемпионаты 2018 жылы болды ма? Иә, осы. Әлемге жалпы Азия чемпионатында сіз қанша уақыт дайындалдыңыз? Қалай жүрді? Бірінші орынға деген жеңіс, ұмтылыс, қандай елдің спортшыларымен бақ сынастыңыз, сол туралы айтып өтсеңіз. Это мой не первый чемпионат Азии был. Первый раз я участвовала в 2016 году в Китае, в городе Ханчжоу. Вот в прошлом году, в 2018 году, в Астане также прошел чемпионат Азии. Подготовка была долгая и упорная, потому что получается, наша страна проводила турнир. Не каждой стране доводится проводить такие турниры крупного масштаба. И поэтому на нас лежала большая ответственность, чтобы у нас была отличная подготовка и достойно представили свою страну. Ну, как профессиональный спортсмен, у каждого, в принципе, свои методы борьбы со стрессом. Как вы боретесь с волнением, с каким-то определенным страхом? Ну, мандраж у всех есть. Я не знаю. Главное настрой. Да. Каждый человек по себе по-разному настраивает. Угу. А если у вас какие-то определенные методы? Допустим, у одних людей это рисование, другие слушают музыку, у третьих, там, допустим, общение с тренером. Есть ли у вас какие-то такие определенные методы? Я, например, без своего тренера вообще тяжело выступаю на соревнованиях. Если он рядом, я как бы выхожу увереннее, он знает, что мне надо, он знает, что я могу, и мне так легче. Сонда әр жарысқа барғанда бапкеріңізді бірге алып барғаныңызды абзал санайсыз, дұрыс қой? Иә. Енді жалпы жарыс алдында мысалы бір күн қалғанда не болса, жарыс болатын күні спортшылар не істейді, не жейді, сол қызықты қарапайым. Егер жарыс әлемдік деңгейде өтсе, бізде режим болады. Ерте тұрып, ерте жату, майлы тамақтарды жемейміз. Сол арнайы дайындық болады, иә? Арнайы дайындық. Ең бастысы жақсы ұйықтап алсақ, сол ең ұйқы қанып болу керек. Иә, ұйқы қанған жақсы. Енді алдағы уақытта қандай байрақты бәсекелерге барамыз деп жоспарланып отырсыздар? Вот спартакиада, которая будет проходить через неделю, буквально. Қазіргі уақытта соған дайындалып жатсыз. Ал әлемдік жарыстар болады ма? Далее готовимся. В мае месяце будет проходить отбор на чемпионат мира. Также в этом году нам предоставили возможность проводить чемпионат мира в городе Астана, который будет проходить в декабре месяце. Вот отбор будет, получается, на чемпионат мира. Ага. И из самых крупных турниров чемпионат мира у нас. Ну что ж, большое спасибо. Прямо сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, после которой продолжим наш диалог. Я құрметті телекөрермендер, олай болса арнадан ауыспаңыздар. Бізде шағын ғана ән баян, содан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сенің бағаң, адал сертің жаныңның бір маған.
Не так много времени осталось до конца нашего прямого эфира, но у вас все еще есть возможность дозвониться к нам в студию по номеру 252505. Пишите нам в социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook, адреса которых на ваших экранах. Я құрметті телекөрермендер, эфирде 4-0 жастар бағдарламасы біздің бағдарламаның аяқталуына санаулы минуттар ғана қалды. Сондықтан да қолдарыңыздағы ұялы телефонды алып біздің студиямызға хабарласыңыздар. Өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді білдіріп және жақындарыңызды бүгін келіп жеткен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтай аласыздар. Ал біз Иван екеуміз сіздердің қуаныштарыңызды бөлісуге әрқашан дайынбыз. Ал біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Жалпы Наргиз, Әлемгүл, отбасыларыңызда спортшылар бар ма? Жалпы сіздер кімге қарап өстіңіздер? Жоқ, мен отбасында спортшылар жоқ. Менен кейін інім қатысып жүр. Бірге жазылғанбыз. Қазіргі таңда 13 жаста, тоже мен бапкерім қолында дайындалып жүр. У меня также нет никого. Ну, занимались братишка с сестрёнкой, но наши тренировки не выдержали. Енді каратэ деген бір сондай бір спорттан қиын түрі ғой, көптеген жарақат алып қалуларыңыз да мүмкін. Жалпы ата-аналарыңыз қарсы емес пе осы спорттың түрімен айналысуларыңызға? Нет, уже сейчас мы уже сами решаем, но заниматься, не заниматься. Но раньше не были не против, просто отправили. Жалпы Наргиз, сіздің қарамағыңызда тәрбиеленіп жаттығып жүрген балалар бүгінгі таңда қандай жетістікке жетіп жатыр және сіздің үйірмеңізге, сіздің қуымыңызға қалай жазыла алады басқа балалар қатысам десе? Ең бірінші жаттығуға келеді, көреді, ұнаса қалады, ұнамаса өздері шешім қабылдайды. Мен оқушыларым жастар үлкен емес, 4 жастан келген балаларым қазір 6 жаста. Олар қалалық және облыстық жарыстарға ғана шыққан. Облыс чемпиондары, қала чемпиондары, жүлдегерлері бар. Облыстық чемпионаттың жүлдесін алып жүр, иә? Иә, еще басқа қалаларға да жарысқа барғанбыз. Осы жылы ең бірінші рет шықтық, Ақкөл қаласына бардық, жақсы нәтиже көрсеттік. Өзіңіздің ойыңыздан шықты ғой, иә? Ал енді мынау әлем чемпионаты, Қазақстан Республикасының чемпионаты біздің Көкшетауда өтейін деп жатыр, сәуір айында өзіңіз айтып кеттіңіз. Сол жерде сіздің шәкірттеріңіз өнер көрсете ме? Барлығы емес, ішінде жақсы кім өзін көрсете алады, соларды таңдап, қазіргі күнде 1-2 оқушы ғана шығар шығар деп ойлаймын. Рахмет. Енді қыздар, бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп қиып бөлгендеріңізге сіздерге көптен көп алғысымызды айтамыз. Енді осы сәтті пайдалана отырып өздеріңіздің жақындарыңызға, аналарыңызға, әпкелеріңізге бүгінгі халықаралық әйелдер күні мен жалпы өздеріңіздің ізгі тілек ниеттеріңізді білдіре аласыздар. Мархабат. Дорогие бабушки, мамы, милые девушки, также моя любимая дорогая мамочка, поздравляю вас от души с этим красивым, самым светлым весенним праздником, днем 8 марта. Хотелось бы пожелать вам море улыбок и позитива, что всегда ходили такими красивыми, прекрасными, а также здоровья вам и вашим близким. Всех с праздником. Құрметті қыздар, барлықтарыңызды бүгінгі 8-ші наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Көктемде құлпырып жүре беріңіздер. Бәрекелді, біз сіздерге де табыс тілейміз. Алдағы болатын Қарағандыда өтетін спартакиадада топ жарып, Көкшетаудың атын жалпы еліміздің атын ылғи да биік дәрежеде ұстап, тұғырдан таймай, толағай табыспен жүре беріңіздер деп сіздерге тілек айтқымыз келеді. Олай болса, құрметті телекөрермендер, бізде қонақта болған бүгінгі каратэден чемпион болған әлем чемпионы, Азия чемпионы Наргиз және Әлемгүл. Олай болса, біздің келесі музыкалық бағдарлама осы қонақтарымыздың құрметіне арналады. Сағындырмай келмейсің бе, сағынышыңнан арыл.
Құрметті телекөрермендер, осымен 4.0 жастар бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Әр кештеріңіз қайырлы, тыныш болсын десеңіздер, 4.0 жастар бағдарламасын бізбен бірге тамашалаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бүгін эфир тізгінде болған менің әріптесім Иван Дубейко. И мой соведущий Абзал Балтабаев. В эфире был молодежный телетриптик 4.0. Смотрите нас каждую пятницу в 23.00 на телеканале Кокше. До скорых встреч!